Уважаемые коллеги, я хочу поделиться с вами обоснованием перспектив промышленного, я надеюсь, промышленного уруднения медно-никелево-сплотиноидного норильского типа в Игатинском районе Вилюй-Мархинского междуречья, Якутии, которое имеет много геологических аналогий с норильским рудным районом. Я давно работаю по алмазной тематике. Игнат Петр Алексеевич, наверное, меня представит. И Саврос. И вот этот материал, который я хочу вам показать, он базируется на основе анализа более чем 400 разрезов, которые вскрывали вмещающие породы. Большей части это был нижний палеозой. Очень редко это были пернотриасовые трампы. И тем не менее, фактический материал показывает не только большое количество аналогий в геологическом строении Вилюй-Мархинского междуречья и вот Игатинской впадины и Норильско-Талнахского района, но и признаковые пространства, концентрации кобальта, меди, никеля. И там присутствует с 90-х годов известное рудопроявление хомостатское кобальта, меди, никеля с процентными рудами и с 1,5 граммами на тонну платины. Оно же и с концентрацией золота, серебра, то есть есть элементная полная аналогия на рудного Норильского района.